настоящие мужские занятия. Вскрытие бустеров и насилие. Сегодня в этом выпуске. Наконец-то к нам явилась лучшая часть Винкондишена. Напомни людям, чем ты хорош и вообще хорош ли ты? Я хорош всем. Меня зовут Дима, Дима Трофимов. Пока лучшая часть Винкондишена. И сегодня мы вам зададим жару, как это написано чуть ниже. Бустер, лечь, ты очень делаешь долгую подводку, люди не хотят это слушать, нужно динамику, динамику. Итак, долгую подводку делали вы, пока так долго делали этот отличный сайт, пока видеоблогу уже лет 20, а сайт появился только сейчас. И мы даже не знали, как его прорекламировать, и вот решили сделать еще раз такой формат. Потому что проверять стоимость карт в бустере, чем будем на сайте, конечно. Да, бустер, а где же еще самый выгодный цен? А где же еще самая лучшая доставка, самая быстрая? Что мы делаем? Мы делим этот дисплей напополам. 36 бустеров, что там, 18 и 18, да? И у нас будет 18 раундов. Мы попарно будем открывать по бустеру, смотреть стоимость карт в них. Мы будем сравнивать там рарку, файлушку и, может быть, какие-нибудь ценные анкомана. И у кого цена будет больше, тот тому бьет по лицу. Вот так вот. Давайте начнем. И цены мы будем сравнивать, конечно же, по сайту wincondition.ru. Просто мало рекламы, да, Сували? Да. Вообще свои. Бери бустер и начинай открывать. Да, давай, открываем. Вот сюда, а люди не поверят, что ты его открыл, скажут, что подмешиваем. Итак, да. Это М20, мы решили взять его, так как все цены на него уже... известны. Да, отлично, у меня Мифик и Калия. У меня Чандра, Лучи Святости. Ой, по-моему, я выиграл. Давай посмотрим, давай ищем. Калия, Мифик. И он, записывай, давай, записывай. Ты же сказал, что ты будешь бороться за каждую копейку. 129, да-да-да, я буду бороться то тут, давай, бороться за меня, 129. 129 рублей. Лучи святости, 220 рублей. Ладно, хорошо, но это только начало. Я согласен, что нужно убогим и сирам уступать. Да ладно, поэтому ударь меня. Нет. Давай. Отлично, следующий раунд. Первый был лайтовенький. Да. У меня храм болезни. Буду смотреть, сколько он стоит. 86 рублей, к сожалению, всего. А у тебя что? У меня агент предательства. Ой, власть закона. Да. Прям как у нас агент государство. Агент предательства 60 рублей. Я выиграл, давай. А, ну это был какой-то мистер, ну, все, что поделаешь, второй раз не переделывать, да. Эх. Так, отлично, поехали, поехали. У меня, о, рыцарь Эбенового легиона всем нужен, стоит, по-моему, 400 рублей. Прям как ты. Известнейший всевидящий, а ты... Чё ты мне какие-то дал отвратительные бустеры? Нормально, я так планировал. 378 рублей, давай. Запиши. Да я за сфинкс очередной. Но этим сфинксам я, на самом деле, после G-Set не очень доверяю. Запиши, 16 рублей. В этот раз я не промахнусь. Сфинксом после Джейса? И сколько у тебя сфинксов было после Джейса? Один. А, с хлопком! По-моему, хорошо. Нет, ты вот скрывай на камеру скрывай, люди не поверят. И вот показывай сразу, короче, сразу пролистывай все, что не нужно, откладывай в сторону. Храм безмолвия и бык подъемный файловая. У меня файла есть? У меня тоже. У меня какая-то фигня. Нам придется смотреть. Ну давай по рарке. Ну слушай, храм безмолвия, наверное, бьет вот все мои. Храм безмолвия новенький, стоит, слушай, всего 95 рублей. Друзья, бегите скорее на сайт WinCondition, покупайте их. Всех, 37 кроме рублей. Боброва. Снимай свои очки. Вот это было хорошо. Вот не нужно друга щадить. Конечно. Поехали дальше. А куда мы так торопимся? Куда давай, мы бежим-то? Куда давай, мы бежим-то? Куда нет, мы бежим-то? Нужен экшен, нужен экшен. Чандра и вот это вот. О! Регулятор Чандры 16 рублей. А епископ сколько был? 26, по-моему, я не помню. Да, епископ 27. Пока я веду. Хочешь добавить? Ну, я не знаю, я не хочу прям слишком этой... Оп! Ау! Я видел удивление в его лице! Этого обиду и боль! Боли не было, я любя. Я так, чуть-чуть. Я же не паук у тебя дал. Здесь скрывай, давай. Скрывай, скрывай, скрывай. И... О! Смотри, я, по-моему, выиграл снова.
Насколько здесь? Амнат точно стоит рублей 600. Мне не нравится эта игра, ребят. Амнат 625 рублей. Ну, запиши. 39 рублей, зато свои. То есть ты хочешь сказать, что я сегодня... Нет, не хочу. А перед этой записью этого видео дал тебе денег, чтобы меня били? Да, именно так. Дима еще не дал денег за дисплей. Нет, он не дал денег. Скрывай, пожалуйста, вот, чтобы люди видели. Они хотят, чтобы их зеркальные нейроны работали, чтобы они тоже захотели подкрывать поджарка. О! Изейша. Изейша. Опа, 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 смотри, что у меня. Изейша. Что там? Чандра. Чандра? Пульс Мураса. Пульс Мурасы? Конечно. Давай посмотрим, сколько храма... Акт измены. Я могу тебя украсть. Храм Триумфа, 94 рубля. Она служится пламени. 356 рублей. Да ладно, она стоит столько же? Она очень хорошая. Ничего себе. Окей, хорошо. За это а пульс Мураса мы будем откладывать? Ладно, ставим. Пульс Мураса потом. Ну, давай. А когда мы будем меняться, кстати? Блин, ты прям ударил по скуле. Это был... Я бью тебя чисто, чтобы был хлопочек. Я тебе что тоже хлопочком ударил. Ну, ну ты отвернулся просто. Отвернулся. Я тебя хотел удивить. А удивился? Иди сюда, поближе. Удивился? Да, удивился. Сейчас я вскрою файлового амната и два раза тебя по лицу ударю. Да, такое правило. Вскрываешь файлового амната. Два. О, покров лета что-то стоит. Я его отложу, мы его сейчас оценим. Смотри. О, точно я тебя просто изобью. Это рыцарь бедного легиона. Сефару, файловый. Сефару, смотри, сколько стоит. Давай посмотрим, сколько он стоит. Он файловый? Да, Сефара стоит 81 рубль, а он не файловый стоит столько. К сожалению, у нас на сайте еще не было ни одного файлового рыцаря, но теперь появится. Давайте посмотрим, сколько они на сетях стоят. Что-то мы уверены, что мы хотим рекламировать магазин. Мы продолжим просто посмотреть. Ой, ну они нам не конкуренты. 8.99, ну Руфойл я явно победил. Ух, блядь. Поближе подойди ко мне. Мы не хотим. Ну это что ты? Ну что ты? Знаешь, как папка тебя берет и так вот. Знаешь, как меня папка брал? Дядька тебе шутил. Во. Ау! Вот! Но не по кости, а по мягенькой щелочке. Да ты меня по кости, у меня просто много костей. У тебя батарея, нет, батарейка. Нет, у тебя борода, Дим, ну у тебя борода, ну ей-богу, она а тебе... ты скажешь мне да? Да, у тебя борода, я скажу тебе да, но из-за того, что у тебя борода, тебе она компенсирует, ага, как демпфер. Чандру мы это не находили. Эту не находили, но явно Чандра будет подороже, чем вот Гаргос. Дай я посмотрю. Так, Гаргос, запиши мне 27 рублей. Ой. Ну, 996 рублей, окей, друзья. Ну, кстати, слушай. Теперь у нас станет их больше, и, возможно, их цена уменьшится. Ну, что? Тебе будет больно. Конечно, мне будет больно. Что значит, может быть, мне будет больно? Конечно. Прости меня, пожалуйста. Хорошо. Хлеб, я шипов, знал, на шипов что был? Я пойду. Да, я не знал, на что я пойду. Я думал, мы будем друг друга бустерами бить, как вот так. А, вот так вот? Прости. Нет, тебе прощения. Если я сейчас выиграю, я не буду тебя бить. И у меня... О, смотри, файловая маска восхождения и конец истории. Нам придется долго искать. Что-то бесконечная непонятно. Мана здесь мне все рассказывали, но я что? Запиши мне 34 рубля. О, свиреп... а, себе запиши 16 рублей, но у меня еще файлушка. Тут я явно победил. Да нет, ну у меня тут тоже что-то было, но я это уже спрятал. Ну не файлушка же. Да почему он 16 рублей? Он же неистовый. Неистовый? Бичеватель. Давай сколько, посмотри, сколько стоит свирепа. Бичеватель, бичеватель. Ау! Да. Хотя мне это уже начинает нравиться. Ну, я тебе говорю, это в этом... Слушай, мы скоро поменяемся местами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... О, еще и это, и меняемся местами, будем с другой. Я буду тебя слева бить, а ты справа. Давай. Пока другие рэперы батлятся на различных онлайн-площадках, представители творческой студии WinCondition бьют друг другу лица за бустерки. И мне кажется, что это вершина эволюции. Да. Просто лучше ничего было нельзя придумать. Никогда. Вот где вы еще видели, чтобы люди били друг другу лица на камеру? За карточки. Да. Смотря на своем сайте. Да. Это, по-моему, самая дорогая реклама. У меня щеки болят. Хорошо, что только щеки. Друзья, чтобы равномерно распределить любовь и шлепки, мы решили поменяться местами, потому что, ну, мало ли, у Димы, наоборот, правая рука сильнее, у меня, наоборот, левая, ему же должно нормально прилететь. Итак, мы продолжаем, друзья. Открываем следующие бустера. Давай, иди сюда. Сюда. Кто из нас ведет? Слушай, тут сложно, Чандра перебил, на самом деле. Но мне кажется, ты. Ты урод какой-то. О, голос! И чё? Ну, говорят, хороший, на нем играет. О, а он тоже сейчас вот будет нормальный батл у нас, смотри. Давай, смотрим.
Итак, что 81 рубль? Это у Боброва 81 рубль. 204 рубля. Ну, да. Тут я, к сожалению, наши полномочия. Получаешь удар с правой. Ой, давай. Ой, сейчас мне будет. Справный удар с правой. Исправный. Видите, я тоже умею рифмовать, как русские рэперы. Бойся. Боюсь. Солдат ребенка не обидит. Да ты так, матросик, какой ты солдат? Я вообще-то лейтенант. Да ладно, ты служил, Дима? Ну, у меня военная кафедра. Я ракетный войска стратегический. Кафедра. Кафедра. А у меня есть кафедра. 17 новых стульев. У меня наводнение слез. Слушай, а у меня файловое болото. Прям как Винкондишн. И повторяющийся рокот. Но файловое болото — это всегда файловое болото, ребят. Наводнение слез. Запиши мне, пожалуйста, 45 рублей. А хорошая карта, мне кажется. 18 рублей. Не очень хорошая. Не очень хорошая карта. Но я не знаю, с левой я никогда не бил. Вообще я редко бью людей, а с левой это как-то вообще... Ну, как... ну это не очень. Я удобно. Просто боюсь тебе по уху попасть, извини. Вообще, то, что у тебя борода, это... Должно быть. Он надул щеку, друзья, это считается или нет? Да. Перелечь? Не, нормально. Блин, нам нужен рефери в следующий раз, Дим. Ну а почему ты этого не делал сам? Типа ты винишь меня? Слушай, я не уверен, что это будет хорошо. Я все-таки так же продолжу это не делать. Ты винишь меня в моей этой... Клетка. Воплощение мучений. Прям как текущая наша эта игра. Клетка раскопщика мозга. Понимаешь, ты винишь меня в моей сообразительности. Это как бы грешно. Так, 87 клетка рублей. 87, то есть если им 20, да, запиши мне 87 рублей, и это 29. Мне это не придало ему. Ты делаешь сразу себе флюс. Ну, я не знаю, невозможно смотреть в эти глаза и бить его. Я закрою и буду вот как-нибудь вот так. Я тоже закрою. Как-нибудь так. Ну, ты мне знаю. Челюсть выбиваешь уже второй раз. Ты мне вообще три раза ее выбил. Ну, задело же. Все тебе нравится? Мистическая кузня. О, слушай, о, вот это стоит денег, и вот это стоит денег. Мистическая кузня стоит в миллиард, я уверен. А, да, очень хорошая, кстати, карта. Ну, я пытался ее даже во фне играть, 334 рубля. Ну, вот, не зря. Я помню, что я, когда видел спойлеры, она была очень хороша. Ищный раппорт 40, запиши ну, мне 40 да, пожалуйста, рубля. Пожалуйста. И восставший риф 72 рубля. В сумме, но это меньше, чем... Если что, ты можешь тоже щеку надуть. Я уверен, что это не помогает. А ты попробуй. Ты меня не Бей! Отвлекай. Я сейчас в ответочку, сейчас будет этот корпусный. А что ты? Ну ладно. Вот это был по-дружески на самом деле. Конечно, по-братски. Это нормально. Вот, друзья, на самом деле, так можно лечить людей от лудомании. Лечить людей. Все, голос лечить людей. Лечить людей. Лечить людей. Опа. Уже был такой. Нет, такого не было. От Жани. Регулятор Чандры был. 301 рубль. Ничего не делает. Ну, это потому что на хайпеле. Это, блин, фанат Родион Бобров сейчас. Скупают, да. 16 рублей. Запиши себе свои 16 рублей. Честные. Вообще, как лучше, вот так вот бить, чтобы пальцы были, или вот сплошной ладошкой? Просто есть подозрение, бей, как будет... тебе хочется. Не, просто тут я физика. Я был бы за то, просто если... чтобы ты был счастлив. Ну, смотри, просто если площадь соприкосновения больше, то он распределяется по большей площади. А если вот так вот расставлять руки... Ну, давай попробуем. Вот так. Я смотрел в лицо удару. В лицо удару? Главное, не в лицо удару. Так, у меня вот такой буконьер, близящий. Вампир лютой луны. Я... Ну слушай, ты вот выиграл, я Почему? Уверен. Ну вот эта земелька стоит побольше, храм явно стоит побольше. Ну давай, буконьер блестящий. А храм. Владимир лютой луны. А, Владимир Владимирович. Запиши мне 18 рублей, честные. Слушай, да у меня все по 16 рублей, блин, стоит. У тебя... 138 рублей, да. Знаешь, о, сейчас... кстати, смотрите, они у нас закончились, но есть у нас карточки. Это 136. Нет, 138. Вы можете указать здесь свой e-mail, и теперь, когда мы эту карточку внесем на сайт, вам придет уведомление, что у нас есть храм. Хотите, я ее на ней что-нибудь напишу? Нет, это только если... Да, это правильно. Он щадит меня. У нас осталось два бустера. Это, ты знаешь, в Беларуси за такие слова тебя могли бы посадить. Да, я поэтому и не нужен вперед, батьки. О!
Привет, Андрей. Привет. А у меня вот такая и вот такая. Лучи пустоты 542 рубля. И также они сейчас у нас появятся на сайте. И 24 рубля от Бурмака, пожалуйста. Потому что Бурмак. Ну что поделать? Пусть... Я буду к тебе на следующем бустере. Вообще, я... Давай, ну подставляй уже. Легонечко я тебя ударю. Ну блин, по виску, не ну, делай так. Ну легко зато. Ну что ты такой? Последние бустеры, они решат все. Последний бустер. Ну, давайте мне. Не-не-не, показывай, что там вскрыл. В раз какой-то вскрыл, который никому не нужен. Ты никому не нужен. Я всем нужен, друзья. Ставьте лайк, если я кому-то нужен. И подписывайтесь. О! Синие лучи, мне кажется, перебьют этот давай раз. Проверим. Вот а, вот давай, у меня нет уверенности. Нет уверенности. Лучи предвкушения. 418 рублей. Вселенское очищение из М20. 16 рублей. Ну ладно, спасибо, дорогие друзья. Нет, не спасибо. Пожалуйста, дорогие друзья. Давайте ему-ка. Друзья, это для вас. Отлично. Итак, друзья, сейчас мы подсчитаем, и мы поймем, кто из нас победил. Друзья, вот такие вот цифры у нас получились, практически тютелька в тютельку, но совсем немножко я победил. Друзья, теперь вы знаете, с каким невымеренным усилием мы добываем карточки на сайт WinCondition.ru. Они пропитаны потом и кровью. Можно ввести такую услугу на сайте. По вашему желанию пропитать карту в поте и крови определенного участника. Да. Друзья, ну эти все карточки мы уже добавим на сайт. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, мы решили немножко такого развлекательного контента. Это очень важно. И пишите по 3-4 комментария. Поправляйте нас, если мы что-то пропустили. Посылайте своим друзьям, родственникам. Всем посылайте это и видео. И домашним животным.